Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. Торжественная церемония открытия 7-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялась в концертном зале КСК КФУ «Уникс». Подробности с места событий смотрите далее. Особенностью проведения форума в этом году является смешанный или по-другому гибридный формат. Часть участников присутствует очно в Казанском университете, и более 1000 человек участвуют дистанционно. В этом году форум посвящен новым вызовам современного мира в педагогическом образовании. Об этом рассказывает ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Будут обсуждаться вопросы, как прошли ряд стран пандемию, система образования имеется в виду, да, и какие это имеет последствия для качества подготовки специалистов, как на уровне школьного образования, так и высшей школы. Актуальность выбранной тематики подчеркнул и первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Во-первых, это стремительно меняющееся содержание образования, которое сегодня не может оставаться на месте, и за которым мы должны, так сказать, успевать, система должна успевать. А во-вторых, это новые технологии, которые входят в жизнь постоянно. Ну вот уже упоминавшаяся цифровизация образования, цифровые технологии, собственно, в подготовке педагогических кадров. На торжественное открытие форума также были приглашены такие почетные гости, как первый проректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Владимир Лаптев, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Казакова. Мы будем обсуждать и проблему, как нам не попасть в ловушку нового неравенства, потому что самые неустойчивые экономики развиваются там, где очень большое неравенство в системе образования. Цифровое неравенство – это такая же опасность, и нам нужен новый профессионализм. Тот, кто умеет с ребенком в этом цифровом мире не потеряться. То, что проводится в Казани, это не событие отдельной республики, не событие города, это событие всей страны. Я приехал из Санкт-Петербурга и считаю, что вопросы, которые будут ставиться на вот этом форуме, они определят будущее нашей страны. С поздравлениями по случаю открытия форума в онлайн-формате выступили и иностранные участники форума, среди которых президент Всемирной ассоциации исследований в области образования Мустафа Юнус Эрьяман, профессор Техасского университета, президент Международной исследовательской ассоциации по педагогическому образованию Шерил Крейг и другие. В завершении приветственных слов от участников ректор Ильшат Гафуров объявил форум ИФТ-2021 открытым. Далее последовало пленарное заседание форума, на котором с докладом выступил Ильшат Гафуров. В своем выступлении он рассказал об исследовательских университетах в сфере педагогического образования в России, инфраструктуре образования в Казанском университете, а также поделился научными исследованиями и достижениями вуза. Впереди участников форума ожидает множество секций, панельных дискуссий и заседаний. Форум завершится 28 мая. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. We'll be right back.